Всего за сезон на территории Одинцовского городского округа предстоит отремонтировать 31 участок автомобильных дорог. Общая площадь ремонта около 200 тысяч квадратных метров. Причем на сегодня 99 тысяч квадратов дорожники уже уложили. 10 объектов полностью завершены. Еще на 10 ведутся активные работы. Половина работ выполнена. Как раз половина сезона, будем так говорить, прошла. Соответственно, до 1 сентября этого года все работы будут завершены. Сомнений больших нет. Несмотря на то, что погода не всегда способствует и сопутствует нам, тем не менее, пока нет никаких опасений, что мы выбьемся из графика. Один из наиболее значимых объектов – основной ход Можайского шоссе в районе примыкания улицы Говорова и на участке от эстакады в Отрадном до пересечения с Северным обходом. Водители прекрасно знают, какая в этих местах неприятная колейность. Определенные сложности вызывает и ремонт дублера Можайского шоссе в черте города Одинцова. Связано это в первую очередь с припаркованным личным транспортом горожан. Сегодня уже идет формирование перечня подлежащих ремонту дорог на следующий год. Делается это с обязательным учетом мнения жителей. Работа ведется параллельно двумя путями. Ну, во-первых, мы сами дефектуем и определяем те участки дорог, которые требуют ремонта, и ранжируем их, так сказать, внутренне по уровню разрушений и по уровню их значимости для жителей. И параллельно с этим у нас ежегодно происходит голосование на портале «Добродел», которое в настоящее время тоже ведется и будет закончено 1 сентября. Окончательный план по дорожным работам в Одинцовском городском округе должен быть сформирован до конца года. Петр Горохов, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».